Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы продолжим играть в GTA 5. Повыполняем задание. Посмотрим, как продвинется у нас сюжет. И всем приятного просмотра. Мы начинаем. Начинаем. Чуть не въехал сегодня. Вообще игра, конечно, шикарная, ничего не скажешь. Компания, так, новая амуниция, тут надо было как-нибудь заехать, где задание. Что такое движение насыщенное? Теперь большой выбор стекол и колес. А, ну, машину можно у нас тюнинговать. Сделать тюнинг, но мы не будем отвлекаться. Кстати, сейчас даже чувствуется эти версии не PS3, все равно столько лесенок. Да, после того как компьютер себе собрал, к хорошему быстро привыкаешь, вот такие вещи как-то больше внимания обращаешь. Я вообще сам по себе не граф, а дрочер, так скажем, лишь бы игра была интересна. А потому пофигу. Тем более в наше то время с бешеными ценами на видеокарты. Ай, стоп, я еще не туда заехал, что ли? Почти не столкнулся. Эти вот дороги, конечно, здесь выше, ниже, вот эти автомагистрали напрягают. Вроде навигатор есть, и непонятно, то ли он вниз ведет, то ли вверх. Поэтому в том же Watch Dog, когда тебе прямо на экране на трассе показывают указатели, в разы удобнее. В общем-то, как по мне. Да. Так, где у нас задание? Чтобы на... Что такое там происходит? А где вы еще такое увидите? Что здесь нельзя как бы выполнять задание или что? Чтобы начать это задание, вернитесь сюда, выбрав Франклина. А. То есть не мои задания, что ли, вообще получаются? Да, бывает. Так, Франклин-то у нас живет в роскошных апартаментах уже. Вот эти задания по прошлым сериям можно увидеть. Ну, я сомневаюсь, конечно, что такие люди еще есть, кто эту игру не проходил, но мало ли. В общем-то, все есть на моем YouTube-канале, на Яндекс.Дзене. Кстати, подпишитесь на него, если не сложно, поддержите. Ладно, я думаю, эту езду мы подрежем, перейдем непосредственно к заданию. Значит, приблизились мы к заданию. Похоже, это у нас к телефону. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Следуйте за проституткой. Так, где эта проститутка у нас? Ой-ой. Сказали бы съезди за проституткой. А, водила я тут еще, поэтому... Кстати, интересно посмотреть, что у нас в магазине с оружием продается. По-моему, у каждого персонажа
индивидуально свой арсенал вооружения. У нас вроде как и деньги должны быть. Listening to you and those two friends of yours bantering back and forth, it was so cool. It was like I was in a movie or a music video or something. Ну, вот это у нас дяденьки поменьше. I love the hip-hop. P.G. Jackson, MC Clip. That ain't real hip-hop. No, no, of course not. I mean, what would I know? I barely exist out... По идее, это у него тоже тут оружием-то все нормально. Inside this store. Everyone thinks it must be so exciting working in a gun store, but it's really not. У меня полные гранаты, что ли? Нет. О, тут дорогая штука. Бен, с ее помощью можно поставить дорожку из бензина для поджога. Это было такое задание, дом сжигать Тревором. Нет. Только что открыли крыл. Это же этот ой, как он называется-то, с Uncharted, Ишай. You have a cool walk, if you don't mind me saying. Гранатомет, кстати. Ask, у меня такое уже есть, да? Все установить, армейская расцветка, такой розовый, полицейская, поприличнее как-то смотрится. Давайте такой РПГ еще надо купить, наверное. Наверное, расцветка покруче будет. Весов больше нет. Что у нас еще есть? Дробовик. На, тут... cool, вот это уже куплено, получается. Хватит. Полторашка. Ну да, я тут сейчас все деньги так оставлю. You could tell me what this is for, but you'd have to kill me. Калашик. Емкость магазина больше. Сколько? 36 тысяч такая расцветка. Ну, в общем, ладно, ребят. An excellent purchase. Подготовились как смогли. Меня просят что-то перезаписать игру, непонятно зачем. Продолжим следовать месту назначения. Скорее всего, на проституткой будет перестрелка, так что смотрим. That must be my girl. Hi there, beautiful. You want to party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Тутка сядет в машину к цели. Следуйте, куда она сядет, и убейте водителя. Ну, задание. Да, тут у этого задание криминальное. Че, ко мне сядешь? No browsing. It's bye now or bye bye, honey. Yeah, yeah, I hear you. Ой, тут так нельзя. В общем, будем это наблюдать внимательнее и проследуем. Наверное, надо лучше вот так вот заехать на тротуар.
у меня тут все это объехать не могут. Сейчас она ее кто-нибудь снимет. Как дела, девочка? Опять не тот. Ты что, сможешь объехать ты меня? Капец ты, блин. Припарковался-то специально так еще, аккуратненько, блин. Учитесь, блин. Тут водить вообще никто не умеет. Все без прав ездят, похоже. Ну что, тот уже? Бай. Снимайте уже ее кто-нибудь. Девочка созрела. Hey, baby. You miss me? I was starting to think you weren't coming. Oh, I always come. Aw, you're such a smooth talker. Все, следуем. Ликвидируйте цель. А, все, надо уже ликвидировать ее. Да, на джойстике не очень удобно стрелять. Блин, отвалите! Вы тут не видите, стреляют что ли? Проститутку-то, я надеюсь, не спасать не обязательно. Киньте сектор, покидаем, покидаем. Блин, ищут уже, да? Да, блин, вашу маму. Так, надо оторваться теперь. Вау. Пользуй тело, чтобы контролировать транспорт. О, блин. Прыжок не выполнен. Да уж, машина у меня, конечно, капец. А если бы выполнил, получилось бы ништяк. Ой, да господи, еще тут кто-то меня. Я уж думал, оторвался. Нет. Конечно. О, господи, блин, по мосту вообще не вариант, походу, ехать. Так, дорога-то заканчивается. Я уж обрадовался, блин, долго больно они отстают здесь. Две звезды. Нам не сюда. Там хулиганы, полицейские. Ой, извини, братан. Да уж, машина у меня капец боевая. И вот такой бы навигатор машину поставить, чтобы... таких вот этих с радарами полицейских замечать. Оторвались. Отлично. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Такое у нас задание было. Убийство панель. Оно называлось.
надо нам угнать машину. И давайте направимся к следующему заданию. Сейф. Так, приближаемся к месту назначения. О, неужели на вертолетах опять летать? Подними руки вверх и встань так, чтобы вас видел. Ладно, кореш, ты меня подколол. Выберите Тревора. Используйте Р, чтобы поворачивать. And pulls their record. Hey, let's see if we can scan my buddy. Так, синяя метка на экране обозначает местонахождение человека. Вы произвели полное сканирование цели. На экране появится имя и судимость. Франклин Клинтон. Экспибализм, эксгибиционизм. Не знаю, что это такое. I mean, there's some bad apples in the department, but any accusation of a racist culture, you want to bullshit me? You can bullshit the freeway. We do community outreach. We have minority quotas. Yeah. Your nice dick's got a minority quota. I should take. Look, please. We come so far in the last 2 decades. Oh, you're lucky I can't use this thing with one hand and fly with the other. Franklin, we're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan, all right? Chad Mulligan. Roger that. Так, тут, видимо, все летать надо будет с конем. Вообще, миссия разнообразная, что радует вообще. Так, R1, чтобы подслушать людей. Не подслушивается что-то. А? Trial package. Candle care. Трубки и груз не кантовать, чертовы коробки. 10 лет работы, все, о чем беспокоитесь, это выручка. Знаете, кто получит траву на работе, травму на работе и выбьет из вас все говно. Этот парень, все верно. Wrong suspect. Снижение скорости. Налицо устал. Ваши права, ваши права в Конституции. You're a very sick man. Keep telling yourself that. She wanted it. If she wanted it, why are you sneaking around? Punch the creep! That's the buzz. You're both getting off on this. Don't try to deny it. I think you need help, man. I ain't the pervert. You are. Swingers. Свингер. Mulligan!
скоро так вот за нами тут уже и будут, уже как бы за камеры могут лица распознавать и так далее. И вот можно узнать, так, и чё мне, куда теперь? Что тут? Не-не-не, уплаты налогов. Ой, столько опять целей. This isn't the one. Удивление при аресте. Проституцией занимается. Ой-ой-ой, там что-то какой-то пьяный дебош начался. Эксгибиционизм. Он тоже коллега, как и у главного, одного из главных героев. Такая же статья. Пение транспортным средством в нетрезвом виде. Ну, похоже, у них же до скольки-то промилле разрешено. Наверное, все такие. Нарушение общественного порядка. Повышение скорости. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight. All right, look, cool. We're looking for his lockup, dog. All right, stay on him and look out. Roger that. Следите за Чедом Муллиганом и узнайте, где он припарковал машину. Че, не горит? Баки. You want him to be in a fragile place physically? Nice, great. You've upset him. Ну, еще можно слушать, что-то говорит. Ай. We have lost sight of the suspect. Might have to send pilot boy down to draw him out. Hold on, wait. He should come out from behind that building. Вот он. Цель 5, поле зрения. Suspect's on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Где твой гараж, интересно? Suspect stopped walking, appears to be accessing a small garage. Alright, alright, this is it. I'm gonna get the call. А вот наш герой, уже машина починена. Oh, shit. Oh, fuck. Тачку сел. What happened? Hey, look, just stay on him, man, and let me know where he is. Going south on Dutch Drive. Suspect going west down Alley toward El Rancho. Заливаем. Прямо в роль вошел полицейского. Car going north on Alley. Машина едет на север. El Rancho. All units be advised. We have a possible joyrider heading west on Howick in a black C-type. Hey man, you getting other cops on this shit? Nah, homie. I'd appreciate the authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. Гаун так угоняет. Технично. Chopper Unit 3, we have reports of dangerous driving in your sector. Well, this is Chopper Unit 3. Reports are greatly exaggerated. Over. Your boy Chad very nearly totaled the score. Oh, Chad, that was close. Alright, I see him. I'm moving in. I'ma show him how to try that thing. Hey, where the fucking asshole at? Suspect back on Del Perro heading west. Да, он гоняет быстро, блин, я ж не успеваю гонять. You gotta speed this up! He's getting away! Where is? Reckless driver sighted crossing Dorset Drive. Suspect sighted near the Life Invader offices.
Приземляемся, говорит, снизь высоту, чтоб я мог понаблюдать. Аккуратней. All garage exits clear. Suspect is in the building. Так, подозреваемый внутри здания. I can't see him. Need some help here, flyboy. Where is he? You can toggle to thermal vision if you think that would help. Well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. Так, а что надо сделать? А, включи тепловизор, блин, явно. Окей. I'm seeing things a little more clearly. Hey, you can still see me, right? I'm in the middle of the garage. Вот он, наверное. По-любому же. Или нет? What's a guy gotta do to get his dick pulled? Time was, every garage was a pickup joint. Now everything's on. Так это не он. I've got you! Hey, you reading other heat signatures on this level? We got a guy standing over by a row of cars, middle of the floor. Well, let's see what the fuck he's doing. Hey, that ain't. Damn. You're the reason these places stink, stank-ass motherfucker. Найди другой источник тепла. Man in his car to my right. Who looks like he's on the phone? Fuck, dude could be calling the feds, homie. Hey, it's not him, dawg. I hope this motherfucker in here. Del Perro, side of the lot. There's a man by a car. I'll check him out. Hey, this ain't the ride we have. This dude works. Опять не он. Так и может быть вот этот вот едет? Near side of the garage, on my left, there's a man in a car. Ну вот так я сразу его нашел. По разговору понятно было. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something, but it ain't. Сядьте в Z-Type. Zilch. They only made 10 of these. Hey! No. Такую модную машину мы узнали. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey! Ставьте автомобиль в аэропорт в хорошем состоянии. Блин. Ладно, хоть сказали. They both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Ты не считаешь, что я покуцал? Блин, а вот
полицейские так не считают. And I spared this motherfucker. Если я так на ровном месте вляпаюсь, это, конечно, эпик фейл будет. Что такое тут полицейский едет? Ой! Меня тут зажимают в буквальном смысле этого слова. Чё от них оторваться-то вообще никак, что ли? Наконец-то мы оторвались и... Надо все-таки ездить аккуратнее, ребят. Как в жизни, так и в этом симуляторе жизни. Когда звездочки не мигали, обычно же, когда теряют из вида, не мигать начинают. Странно. Как-то я нифига, конечно, чувака сбил, блин. Ну, надеюсь, не насмерть, жить будет. Я не специально как бы. Хотя в этой игре такой трешак-то вот за это ее и любят, что попало творить. Она хоть тут не как в мафии первой там. На красный свет проедешь, ты за тобой менты гоняться начинают. Полицейские теперь уже. В принципе, как это и положено, ну вот этот правозащитный орган власти, так и должен называться полиция. Это у нас большевики, чтобы отличаться от западного мира, назвали его милицией. Суперспособность, если я все забываю. Навык-то расходуется. Мазафака, блин. Такая песня, что там, мазафака там улетай, мазафака что-то бай-бай, я уж не помню, это старая песня. Скажем, моей молодости. Так, ну что мы, в принципе, почти доехали. Ладно, чувака то, что сбили немножко крови, за бампер заляпали, но я думаю, это не страшно. Я надеюсь. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Так. Гар находится слева, ну даже указатель есть, так что не потеряемся. Самолет тебе эту машину, а вот. Oh, there she is! You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services.
no, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go! Ты не дайте машине уйти, что ли? Доберитесь до выхода из аэропорта. Он там улетает. Ну ладно, а мы уезжаем. Черный вертолет, такое вот задание у нас было. В принципе, у этого товарища еще задания, по-моему, остались. Так. Какие-то криминальные убийства. На него мы и отправимся. Так, значит, прибыли мы на место назначения. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I've got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Так, ну что ж, едем к следующей цели. Так, путь, ну, в принципе, не так уж и далеко. И через весь город. Дождик прикольно звучит. Что надо специально вот при создании записывать дождь, потом вставлять в игру. Ну, ничего сложного, конечно, но приятно, что вот, конечно, в некоторых играх люди так заморачиваются. Что мне надо? В автобус, что ли, этот сесть? Я на автобусе я еще не ездил. Езжайте по маршруту, пока не найдете цель. Таким длинным-то я фиг знает. У меня нет прав. Категория какая там получается -то? Е это, по-моему. Ничего не путаю. Как людей-то возить? Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. Так, за 3 часа топ-километр приехал. Ладно, почувствуй себя водителем автобуса. Ну, блин, разворачиваться на таком. Я помню, у нас в городе, вот, Ижевске, движение было заблокировано. Ехал я на коммерческом маршруте, не на, скажем, не на правительственном, не на государственном. И он прямо по дворам, вот, там достаточно узкие улицы у нас еще советских времен. И машинам-то трудно, и там вот водитель, блин, прямо на таком автобусе вот выполнял, блин, маневры. Я офигеваю, конечно, как он. Профессионал, что своего дела. У меня в игре-то плохо получается. Did
Damn, would it kill you people to crack a smile? А еще как раз дождик пошел. What happened to the old bus driver? I really like that guy. Пытался старым водителем, но он приболел чё, как это обычно и бывает. Надо не с такой длиной немного вперед забирать, чтобы нормально входить в повороты. Ну что, обычно Бог любит троицу, на третий раз нам должно повезти. Hey, get in, we're running late. Who farted? Come on, that's disgusting. Как мне его опознать-то? Что-то прослушал, надо, может быть, пересмотреть этот историю диалога нашего по телефону. По-моему, есть такая история, функция. Как я его опознать-то должен? По каким приметам? Я что-то проглядел успешно. А, пацаны, со мной пробки не страшны. Я все объезжаю. Well, you're late, late, late. Gotta be warm a bit. Mr. Penny, ain't it? Fahrenheit. Forget about it. Spendthrifts. Такой на велике. Blame it on the city. Ликвидируйте цель. Блин, мне бы лучше бы машину, конечно. Hey, I thought you needed a ride, homie. Why you bail? Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. Че, мы цель-то ликвидировали? Конечно, надо на этом автобусе еще умудриться уехать. Удобный у него навык, конечно. На автобусе уйти от преследования, это, конечно, капец забавно. Ой, я еще так застрял, что ли, между двух этих. Блин, сюда едет, да? Может быть, успеем с этой суперспособностью. Блин, ну конечно надо. Блин, все потратил, не видно ничего. Все, я оторвался зато. Ну, да, вот зарешала моя суперспособность. Че, я не помню, задание-то выполнено или что? Ну, ребята. Киньте территорию. Надо какое-то себе хорошее транспортное средство найти. Въезжающий автобус, я думаю, пусть это отдохнет. Green light. Good to go. Так, все готово. Убийство, автобус. Задание выполнено, и нам заплатили 5000 рублей. Только американских рублей. Так, это, видимо, задание Тревора, да? Синенькие. Так, или нет, синенькие — это вот у Майкла как раз задание. То есть выполним задание Майкла.
него начали, и все болит. Everything hurts. Они тут прикольно своими делами занимаются, можно встретить персонажей. Главное, что машина на месте. Итак. Задание. Мартин Мадрасу. К нему мы и направимся. Итак, значит, приехали мы на место. Почти что. What is this? You said you wanted work. Тебе нужна работа. Это работа. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia. Get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people... They no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Пендеха! Ты не видишь, что я говорю с людьми здесь? Хорошо. А, вот и поговорили. Что-то versatile. I'll handle the gun. Alright! Так, а где мой автомобиль-то? You are utterly ridiculous! Hey! Let's stay in touch on the headsets. Так, ну достаточно далекий путь, в общем, отправляемся. Ну, подрезать тут, возможно, по пути что-то произойдет, поэтому, я думаю, не стоит. В общем-то, относительно все равно недалеко. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree.
Грабить собираемся. Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Ну, что-то как-то не так близко, как я планировал. Я, в принципе, почти добрались уже. Не так и много осталось. What's going on? All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down, and I'll be ready. Так, что надо сделать-то? Сядьте в фургон. T, if you can see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Стреляйте по двигателю самолета. Где самолет? I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Gotta give a lead. Чтобы сбить самолет, нужно попасть в него несколько раз. Так. Сейчас он 11 сентября будет. А, прикольно вот это сделано. Жмите 0, чтобы сфокусироваться на самолете. Ништяк сделано вообще. Ой-ой-ой. Да, в GTA-шку все-таки бомбическая игра. В онлайн-режиме, я помню, на тройке я играл немножко. Там меня школьники утомили. Все врезаются, что-то ничего не дают делать, разобраться. В итоге я быстро на него забил. Что вы как-то вы долго больно падаете? I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it down? Can you make the Alamo Sea airfield? Can't pull it round. Gonna have to put it down in a field somewhere. Что-то ты долго падаешь. Надо было по второму-то тоже двигану настрелять. Вау, ништяк. Прилетели. Roger, November 9, Charlie Echo. You lost your manual flight control system. Pull your
трущобы, где Тревор живет как раз. How's business, Ronald? Okay, this guy's going down any minute. Good. Let's hope he don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Yeah, you know what? I'm good. Losing altitude rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God help us. Roger, November 9 to Charlie Echo. What is your status? God help us. Why? They're in the dirt. Good. Get the files. And if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Петя Хавьера. It's a green light. Да, отлично. I got the files. Файлы у меня. Rezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Просто маркался такой. Ну, капец, это Тревор гопник такой. Теперь мы за кого будем продолжать? А, нашего главного героя. Покиньте зону. Так, автомобиль-то у меня не угнали. Угнали. Даже тут его оставлял, блин. Вообще ничего нельзя оставить. Все утащат, все спи. Спионерит. Ой. Ладно, нам не нужна такая машина. А, вот это же моя машина, точно. Это я понятия не имею, кто сделал. Так, ну, уезжаем. Кидаем зону. А, или на грузовике надо, что ли, ее покинуть? А, вернитесь в фургон. А, вот оно что. Да, ребят, сорян, ошибочка вышла. Надо, оказывается, на фургончике это ее покинуть. Я, блин, не понял. Уничтожить фургон. Можно такое сделать? Машины у меня не будет. Так. Давайте... А, вот, кстати. Так, как его теперь взорвать? Так, а как подобрать? Как-то непонятно это. Работает эта взрывчатка, как ее взрывать?
вроде разобрались. Стой, дядя и тетя. Так, без проблем, блин, отрабатываешься. Эй, ладно, не своя, не жалко. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing. Тревор опять что-то мутит. Trevor! Trevor! I wouldn't do it. Somehow I don't believe that. Так, ну что, значит, Тревор опять нам все карты спутал. А так я смогу выехать вообще? Что у нас по карте? Так вот получится. А нет, тут дорога сюда уходит. Не выйдет. Подрезать не получится. Да, девочки, короче, машину сперли. Такая у нее достаточно скоростная машинка-то. Любит погонять, видимо. Она пока пешком походит маленько. Там все-таки важнее тут. Деньги, люди замешаны у нас. Как-то... Кто вот ездил по трассе, знает, как трактора раздражают. Обычно еще полицейские специально договариваются. Да поясники. Специально где-нибудь дорога, где не объехать, двойная сплошная, пускают трактор, и что кто-нибудь не выдержит, обгонит его, а они оштрафуют. Такие вот приколы. Ну, в общем-то, сейчас что врачи, что полицейские, все как менеджеры. Вся страна менеджерами работает в своей сфере, блин. Where is he? Где он? Очень хотелось бы знать. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What? Happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal did you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh no! Oh shit! The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while. Well, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right now, Patricia. She already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot, a little getaway, if you will, a cabin in the woods, you know what I'm saying. Так, свободное падение, задание выполнено. Актер разблокирован. Патриция. Плата за труды. Давайте посмотрим, какая-то ачивочка нам упала даже. Ну, это я еще очень далеко
Кстати, вот учитывая, что 20% многие даже сюжет-то и не проходили, получается. Просто... А, так вот сюжетное задание, что ли, заканчивается на этом? Выполнить последнее задание жизни, смерть в Лос-Антосе. В принципе, я игру практически, значит, даже дошел. Эти у меня вот уже полученные ачивки. Так-то, тут еще вот есть скрытые. Мы не дали много шуму. Наделали много шума на курином фестивале в Палетто Бэй. Что я делал в маленьком городе? В общем, еще есть что пополнять. Вызов Чопа на прогулку. Франклин может бросать ему мячик из селектора оружия. Я помню, какое-то приложение было там. На Nintendo Vita даже она, на телефонах есть, там можно вот эту собаку кормить как тамагочи, воспитывать. В общем, ребят, на этом серию закончим, продолжим дальше проходить, я думаю, за Франклина, у него заданий много, целых 4, поиграем за него. А Майкл и Тревор скрываются за городом, выбрать их в данный момент нельзя. Ну да, видимо, все по сюжету у нас идет. В общем, до следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум.